Житель Ростовской области осужден в Чудове за дачу взятки. Мзда предназначалась сотруднику полиции, но тот оказался честным. Как установили в Следственном комитете, 14 апреля 2020 года обвиняемый пытался замять дело о нарушении миграционного законодательства фирмой, которую представлял. Чтобы компания избежала административной ответственности, 45-летний ростовчанин передал взятку в 50 тысяч рублей полицейскому. Все происходило под контролем сотрудников управления ФСБ России по Новгородской области. Мужчина был задержан на месте совершения преступления. Приговором Чудовского районного суда ему назначено наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.